Я хотел напомнить, что во время Холодной войны у нас были большие разногласия, нежели сегодня. И наше молодое поколение, в особенности также и бизнес-сообщество, недовольны текущей ситуацией. Поэтому не могли бы вы, возможно, предоставить мне и СМИ некоторое вдохновение, воодушевление, что хотя ситуация не выглядит так хорошо, как могло бы быть, но есть, тем не менее, перспективы, я работаю над ними. Вы знаете, действительно, вы... Действительно, вы правы. У нас в советские времена было больше противоречий и разногласий. Но знаете, чего еще было больше? Уважения было больше. Я с трудом себе могу представлять, что во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали советские флаги. А вы это сделали? И не только в этом проявляется неуважение. Проявляется не в таких вот показательных акциях, а и в содержательных некоторых вещах. Мы говорили уже об этом сегодня, не стоит, наверное, повторяться. Мы как-то с уважением, с большим уважением относились к интересам друг друга. Ясно, что это уважение должно быть подкреплено экономической и военной мощью. Это все понятно. И мы сами отчасти в значительной степени виноваты, что поставили себя в такое положение. Вот в такое унизительное, как в 90-е годы, когда пустили вас на свои ядерные объекты, ожидая ответной реакции. Но ее не последовало. И ожидать такого было, наверное, глупо со стороны тех, кто это делал тогда в Новой России. Но, тем не менее, я бы хотел закончить тоже на позитиве. Я считаю, что очень многое зависит... Многое в решении тех вопросов, которые, в решении которых и мы, и вы заинтересованы, зависит от того, как мы будем вместе работать. И именно это должно нас настраивать на мысль о том, что у нас есть перспективы, и хорошие перспективы. Вот мы говорили только о Сирии. И я хочу еще раз повторить. Я просто считаю, не вправе говорить о деталях, но у нас диалог-то есть. Он идет на рабочем уровне. И на уровне спецслужб, Министерства обороны, иностранных дел. Он почти в еженедельном режиме. Мы же добиваемся каких-то совместных результатов. Значит, можем это делать. Я думаю, что вот это надо распространять и на другие сферы нашего взаимодействия.